Всем здравствуйте. Начинаем рассматривать одно из клан третьего семестра. Ну и начинаем с первой задачи. То есть вычислить с помощью функции данное выражение. Так, начинаем всегда с заголовка программы. Вспоминая уроки прошлого семестра. Так, дальше нам понадобится переменная, которая будет отвечать за вычисляемый факториал. Так, и нам понадобится переменная, благодаря которой будет вычисляться исходное выражение. Так, объявляем функцию, назовем факториал, так, и поставим изменение вычисления факториала, а именно произведение от 1 до n1. Так, внутри функции нам понадобится переменная параметр цикла. Так, ну и величина, благодаря которой будем вычислять реал. Так, дальше присваиваем начальное значение произведения, это будет равно единице. Дальше воспользуемся циклоспараметром и опишем изменение вычисления. Так, дальше стандартная формула вычисления произведения. Так, ну и последнее действие по правилам написания функции, то есть имени мы присваиваем количественное значение. Так, описали функцию, ну и теперь пишем программу. Так, сначала пишем себе комментарий, что нужно делать. Нам нужно ввести n и m для вычисления вашего значения функции. Ну и при помощи стандартного оператора ввода осуществляем этот код. Так, дальше есть у нас условия. Пользуемся следующим оператором цикла под условия. Которая нам не позволит ввести значение, то есть n меньше m. Постоянно будет. И дальше нам нужно.
Так, ну а дальше пишем выражение, то есть используя функцию. Дальше пишем. Описываем функцию. Так, и дальше. Пишем то выражение, которое нам необходимо будет вычислить. Так, скобки закрываем. Ну и осталось единственное, что сделать, в том числе дата оператора вывода, вывести полученный результат на экран. Оставим форматирование, то есть 6 значащих цифр и 3 после запятой. Так, вот все, мы им писали нашу программу. Так, выпускаем ее. Если нет ошибок, сейчас нам покажет окошко вывода. Если есть ошибка, то значит покажет. Ну, а как видите, нет. Так, давайте проверим условия. Введем два значения. Как видите, то есть у того, что 5 меньше 6, то есть нам заново предлагает найти значение. Так, нажимаем Enter, и в результате получили следующее значение. Итак, первый этап мы закончили. Приступаем к следующему этапу. Все то же самое делаем в электронной таблице. Так, описываем те переменные, которые нам понадобятся для выполнения. Так, сделаем проверку, ввиду того, что здесь зациклить нельзя. Так, напишем. Так, с помощью стандарта. Вот. Функция если. Проверяем условия. Если больше либо равно m, то тогда пишем. А если нет, так, дальше вычисляем исходную функцию. Так, здесь не повезло. Здесь есть функция факториала. Я не знаю, что все.
Ну и то, что мы получили в среде Pascal ABC нет. То есть мы получили в Excel. Так, следующая задача. Продолжаем оформлять при помощи текстового редактора. То, что нам необходимо было сделать. Так, вставляем формулу. Материала, который нам необходимо было вычислить. Так, дальше. Вставляем программу. Так, ну и рисуем блок-схему. Полотно. Так, ну и в отличие от первого семестра мне получается Pascal. Здесь у нас есть подпрограмма и есть программа. То есть блок-схему нужно составлять на два варианта. То есть и на программу, и на блок-схему. Давайте сначала программу сделаем. Так, вставляем блок начала, вставляем блок ввода значений. Стандартный. Так, следующий у нас проверка условия. Следующий у нас вычисление идет. Но перед вычислением, ввиду того, что используется там функция, мы должны в таком блоке писать, что мы используем программу функцию. Так, дальше вычисление. Так, и заканчиваем выводом потенциала. Так, у нас вывод. Так, и закрываем. Так, дальше при помощи соединительных линий соединяем следовательно блоки. Так у нас идут
проверка будет осуществляться. Программа, последняя. Так, вот конец. Ставим. Так, также открываем. Камера правильно. Так, здесь указано имя. Процедуры по программе. Так, дальше обследование. Можно взять из программы, можно взять в исходном варианте. Добавляем то, что нам необходимо вывести. Так. Конец. Так, ну, либо можно отдельно сделать, либо здесь рядом. То же самое для поп-программы. Так, начинается сначала. Дальше вводится у нас переменная. Так, дальше у нас идет, не переменная, а начальное значение. Так, дальше у нас идет цикл. Пункта 5 вычисления. Так, и усвоение значений и конец. Так, ну давайте опять. Так, здесь начальное значение произведения. Так, здесь изменение параметра цикла. Так, здесь у нас происходит день произведения. Так, здесь освоение значения имени
функции вычисляем величину. Так, ну и конец. Так, ну и опять при помощи соединителей. Так, все это соединим. Видим, ничего сложного представляет. Так, ну размер можно чуть уменьшить. Центр по расположению. Так, вот мы оформили нашу задачу. Спасибо за внимание. Всем до свидания, до новых видео.